Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Вопрос служителю церкви». Сегодня, как и обычно, мы рассмотрим один из присланных вами вопросов. Поможет нам в этом гость нашей студии. Сегодня это служитель церкви Иван Федорович Томайлы. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав. Иван Федорович, скажите, пожалуйста, честно, есть ли у вас машина? Да. Есть. С 88 года вот эксплуатирую как. Я. Большой стаж. За рулем вы? Да. Обычно, да? Хорошо. А у жены есть право управлять вашей машиной? Нет. Почему вы так обделили ее? Когда мы приобрели первый автомобиль, это был «Жигули», 13-я модель, я сразу же предложил ей это, пойти отучиться, чтобы получить право. Она сначала вроде бы загорелась, а потом подумала и говорит: «Нет, я не хочу». Я говорю: «Что такое? Почему ты так считаешь?» Ну, как бы немного поездила, она говорит: «Ты знаешь, я рядом с тобой находясь, пришла к выводу, что за рулем, если я буду за рулем, я и автомобиль – это две противоположные вещи и несовместимы никоим образом». Поэтому, говорит, и у нее с этого момента отпала охота, никогда она больше вопрос не поднимала, хотя я много раз говорю: «Ну, давай, пока еще молод, есть возможность, давай». «Нет», я сказала, «все, больше не хочу, и все». Ну, я говорю: «Смотри, наши друзья, жены как раз за рулем тоже». «Нет». Что, надо сказать, что по мнению многих мужчин, вы счастливый человек. Жена отказалась сама. А вот некоторые страдают от того, что жены не хотят отказываться. У вас получается так: достаточно того, что я за мужем, поэтому не надо быть за рулем. Есть же муж, ну, да? Да. Водитель. Она вас эксплуатирует, как собственного водителя, возможно. Хорошо, давайте вот что. Вопрос от человека, жена которого хочет водить машину, но ему это не нравится. «Моя жена упорно хочет водить машину. Я несколько лет препятствовал ей получить права. Но в этом году она все же выучилась и получила права. Но машину я ей не даю. Я вообще считаю, что водить машину – это не женское дело. У нас двое детей. Она подвергает риску себя и к тому же хочет возить детей. Она постоянно упрекает меня в том, что все наши друзья разрешили своим женам ездить на машине. Что может сказать об этом служитель церкви?» – спрашивает наш зритель. Да, интересный вопрос. Вот как, основательны его опасения или они беспочвенны? Между прочим, я вот не знаю уж, насколько это официальная статистика, только в Великобритании ежегодно происходит около 500 000 ДТП по вине женщин. Притом по неуважительным причинам, которые занимаются за рулем, ну, не теми делами, отвлекаются от дороги. Ну, может быть, он если прав? Говорить с точки зрения безопасности, вот я тоже сам за рулем уже, считаете, уже почти где-то 30 лет. Угу. И вот я обратил внимание, что при экстремальной ситуации у мужчин почему-то очень ярко выражается вот это, ну, или срабатывает принцип безопасности и выхода с этого состояния, вот экстремальное состояние, ситуации, когда в аварийном состоянии. Чего, я по моим опять наблюдениям, я обратил внимание, отсутствует у многих женщин. А они есть? Почему-то, знаете почему? Они могут аккуратнее ездить, быть за рулем. Могут быть. Не рисковать. Не рисковать. Но когда оказываются в экстремальной ситуации, вот, они почему-то находят, ну, впадают в какую-то определенную панику, что как раз небезопасно для тех, кто находится за рулем. Вы говорите о том, что видели и знаете, или видел просто заложник стереотипов? Нет, я не заложник. Вы это я, кстати, я, видели. Сказать мое мнение. Если я не против, чтобы женщины были за рулем. А я это понял, как только вы сказали, что предлагали жене. Это уже говорит о том, что вы теоретически вы не против. Даже такой еще один фактор хочу. Я специально спрашивал у тех, кто собирает вот группы для обучения на вождении, так? И вы знаете, ни одно во многих местах, ну, как я, как тот, который хотел бы, хотя у меня был. А знаете, с какой целью? Узнать, какой с контингент. Вы знаете,
везде, где только не был, максимум в этой группе 30% мужчин, максимум. А в основном от 70 до 90% женщин. Ужас, думает наш зритель. Это разочаровывает многих. Теперь у меня возникает вопрос, почему так происходит? И что, если такая тенденция будет в дальнейшем, то тогда скоро будет 100% будет женщина обучаться. Мужчина будет стыдно сесть за руль, как за женскую профессию. И, не, ну, причина... Я так, может быть, одна из причин, что женщины многие, они сами содержат семью. Одинокие, либо матери-одиночки. Высокий процент, между прочим, который этот... И этот второй, может быть, вот муж, он должен был все-таки быть на своем месте, может, не всегда на своем месте, поэтому ей приходится самой брать на себя эту инициативу женщине, в том числе и управлять автомобилем. Оба варианта пока говорит о том, что они вынуждены, приходится. Да. Так. А здесь, да, здесь у нас наоборот, что она наоборот инициативу проявляет, и даже она относится к этому... Ну, с огорчением, с определенным огорчением, почему муж долгое время не давал ей возможность даже что, обучаться? Выучилась, может быть, да. Тайком. Да, получила она. А теперь другая проблема. Она имеет права, и он все-таки не хочет, чтобы она была за рулем. Потому что, по его мнению, что она подвергает себя опасности и подвергает детей, потому что уже будучи за рулем, она будет детей возить в садик или куда, ну, или к родителям, или кому-то. И... Как вы сказали, действительно, это получается опасность. Вы как водитель на дороге можете выявить женщину по поведению? Очень часто, даже по городу. Знаете, что-то... Я обратил внимание, что такие резкие маневры, я не один мужчина, и сколько раз вот так даже были. Я еду по своей полосе, она едет по другой, по второй полосе. Я увидел... И она резко, даже не включая поворот, она тут же в мою... И хорошо я резко затормозил. И хорошо, что там кто-то сзади мне. Вы меня извините, но я посмотрел, женщина была. То есть вы ожидали увидеть женщину, повернулись, точно женщина. Такие случаи бывают, да? И вот несколько раз у меня такие случаи хорошо, были, поэтому... А мы, видите, может быть, мы тут нечестно поступаем, мы списываем это на... Пол по половому признаку. Мужчина тоже любит вот играть в эти вот перестроения, да? Но он надеется на себя, он четко знает, да, там есть машина, но он знает, что он поддаст газку и так выйдет. И из-за этого попадает в аварию. Но женщина по другой, видимо, причине это делает. Мужчина, и, который, ну это, скорее всего, исключение, которое вот так любят. Он самоутверждается. Да, да, образом, вот так они, допустим. Эти разные вот эти маневры. Но женщина могла просто не подумать и повернуть. Но, может, это, скажем так, относится к любому неопытному человеку? Почему мы сразу женщину имеем в виду? Ну, Влад, извините, но я вот, у меня такой, опять-таки, опыт, сколько я вот я езжу, смотрю, если женщина за рулем, 4 женщины, наверное, из 5, вот она параллельно, она обязательно с кем-то разговаривает. Но в таких ситуациях... И вот такая картина еще была. Вот она разговаривает, и тут же резко уходит либо вправо, либо влево. Не предупредив даже этого сигнальными... Ну, предполагаю, что мужчины должны даму пропускать. Я согласен с этим. Поэтому, может быть, опасения вот данного вот главы семьи, они не беспочвенны. Он, наверное, сам оказался не раз в такой ситуации и вот имел такие вот опыты. Он, наверное, знает жену еще. А может быть и жена. А теперь вопрос, почему она все-таки так очень активно хочет управлять автомобилем? Что вот она хочет? Или она хочет как-то, каким образом она хочет себя самореализовать, себя как-то, что она, чего она хочет добиться? Чего хочет женщина, добиваясь права на вождение, кроме самого вождения? Вот какая еще может быть цель? Может быть, ему, мужу, может быть, нужно искать, может быть, проблему не в том, что, а может быть, есть там другие проблемы. Может быть, он действительно очень мало внимания оказывает своей жене в других, так скажем, сферах. Может быть, это какие-то ее потребности есть. Если бы он там это восполнил, может быть, это отпало бы. И вот это такое, может, так называемое, в кавычках, нездоровое желание. А вы его диагностируете как нездоровое? Вот здесь, по этой ситуации. Вот в данной ситуации, да.
упорно хочет водить машину. Вот в данной ситуации я считаю, хочу водить вот ради того, чтобы вот, да. Потому что нужды нет, допустим. Понимаете, вот это вот само упорное, это уже говорит, что это ненормально. Угу. То есть, может, не хватает острых ощущений, надо с парашютом ее вести, прыгать, да? Да. Может, не хватает самостоятельности, допустим. Да. Ведь за рулем человек ощущает себя более свободным и самостоятельным. Может, не хватает времени, чтобы их совместного общения, где-то, может быть, они какое-то где-то посетить какое-то культурное заведение, или, может, где-то провести вместе вечер или лет. Если... Кстати, вот мы мужчина. В этом вопросе иногда проявляем, в кавычках, определенную тупость и недогадливость. И иногда мы видим проблему там, где ее не... она возникает не по этой причине. Я почему-то думаю, что проблема эта возникла не по этой причине. Где-то были какие-то другие упущения. И вот все-таки нам, мужчинам, нужно больше находить время, уделять внимание нашим женам. И тогда у них не будет вот этих вакуумов, которые они будут пытаться таким образом восполнить. То есть понять, чего она действительно хочет. Да, что на самом деле. Мотивы, ведь, почему побуждают. Да, вот именно. Ну, а может такой вот мотив, знаете, все подруги у меня на машине едут в кафе, а я приду как ненормальная с правами в кармане на трамвае. Пример других подруг. А почему бы с мужем вместе не приехать? Тоже. Кстати, ну, знаете, девичник бывает. Ну, допустим, вот такая ситуация. Муж всегда занят, жене нужно в магазин. Знаете, как мать-одиночка. Муж всегда на работе. Она говорит, ну, что я буду от тебя постоянно зависеть. Конечно, она может так сказать. Я бы и рада, чтобы ты поехал. Мне приятно, что у меня водитель везет. Ты меня везешь. Ты таскаешь эти сумки. Но так как я слишком от тебя завишу, я должна с детьми в больницу поехать, я должна туда. Вот она тоже хочет с детьми поехать там, отдохнуть. Чего. Бывает, жена не работает, а в основном детьми занимается. Ей же так свободней. Влад, все-таки я здесь вижу основную причину. Это недостаточно времени муж общается со своей женой. Как недостаточно. Возможно это, да? Да. Я вот вижу вот это одну из причин. И женщина тогда ищет другие пути и методы самореализации. Ну, как раз она видит это вот в чем. Она видит в том, чтобы как-то управлять автомобилем, там детей отвезти, привезти детей, быть более, ну, как-то себя, так скажем, реализовать таким образом. Ну, почему бы и нет? Ну, если бы вот он оказался все-таки как-то более таким, ну, мудрым, или говорит, чтобы нашел у нас, в чем основная причина, вот, и тогда я думаю, что легче было бы решить. Я думаю, что тогда отпало бы вот это желание, стремление, не было бы оно так ярко выражено. Хорошо, вот несколько таких небольших фактов. Вот интересно, я нашел факт такой, что как отучали женщин значит, управлять транспортными средствами лет 100-200 назад. Тогда вообще лошадей запрягали. И повелась мода, что женщина на дороге стало так много, что мужчины стали бунтовать. Был издан указ, который запрещал, значит, всем запрещал управлять транспортными средствами всем уважающим себя дамам моложе 30 лет. После этого женщин-водителей значительно поубавилось, ведь признать свой истинный возраст решались далеко не все. Видите? Если я сел, значит, мне есть 30, поэтому они и садятся. Вот такое интересное. Но я хочу немножко сказать, например, в пользу женщин. Ведь вы же не принципиально против, чтобы это женщина, да? Нет, нет. А вот что интересно, что им обидно. Первой женщиной-водителей была жена вот этого инженера Карла Бенца. Считается она как бы как первой. Но вот что интересно. Дворники на машине изобрели женщины. Женское изобретение. Глушитель на машине изобрели женщины. Инженеры там запатентовали это все дело. И даже высокооктановый бензин изобрела советский химик Анна Межлумова. Женщины изобрели столько, что мы бы и не ездили, может быть, без этого нормально. Потом по статистике, вот я смотрю, ну вот американская статистика. 105 миллионов женщин на 104 миллиона мужчин-водителей. Их больше уже стало, да? И это они говорят, что мы действительно можем нормально по страховке. Страховка во многих странах дешевле женщине обходится. Только потому, что уж страховщики, они просчитывают риски. И они говорят, да, меньше рисков, пусть лучше женщин. Так может быть, рассмотрим и с другой стороны. Сам муж может быть неправ, когда
слишком, ну, придирается и ограничивает жену там, где можно было бы. Ведь я прямой вопрос. Библия запрещает женщине, ну, ладно, там были кони, запрещает она женщине там иметь дело с какими-то повозками? Нет. Значит, муж не обязан запрещать женщине это делать. Какая может быть проблема и у автора вопроса? Ну, вот мы точно не знаем ситуацию. Может, он излишне придирается? Не доверяет? У автора этого вопроса могут быть свои причины. Может быть, у него вот этот метод, и излишне, может быть, проявляется метод авторитарности тоже. Угу. Что как раз тоже... Контролировать все хочется. Это тоже это неверно. И я бы такому вот мужу что-то посоветовал бы. Учитывая все-таки время, в котором мы живем. Учитывая, вот все-таки хотим этого, не хотим, но мы должны с этим считаться, потому что с каждым годом все больше и больше женщин управляет личным автомобилем, так? То есть это нормы там? Да, это норма. Половина водителей, да, в потоке. И я бы вместо того, чтобы вот так запретами действовать, я бы наоборот посадил, сел бы рядом с женой и бы дал возможность ей набрать опыта безопасной езды. То есть какой-то компромисс можно, да? Я буду тебя возить всегда, нужно, когда могу возить. Да. Да? И все-таки, чтобы она как-то сама утвердилась и набрала, чтобы смогла набрать определенный опыт вождения. И я думаю, что это как раз... Чем раньше она это сделает, тем быстрее как раз они достигнут цели. А так запретить все равно рано или поздно. Она все равно будет водить, и так как водят другие женщины, и он не сможет ее остановить. Тем более здесь, видите, пример подруг, он очень ярко действует. Да и подруги всех остальных женщин. Конечно, правила другой семьи не могут автоматически становиться правилом для этой семьи. То есть, в общем, получается так, и он или она должны прислушиваться здесь друг к другу, да? Здесь нужно совместное согласие. Опять-таки, они должны прийти к какому-то решению вдвоем. А в любой разумной, нормальной семье эти, так скажем, ну, точки соприкосновения есть, и это обязательно найдут. Я верю, что и здесь тоже они также найдут. Спасибо большое, Иван Федорович. Спасибо и вам, друзья. Быть ли жене за рулем? Об этом мы сегодня размышляли вместе с нашим гостем и с вами в программе «Вопрос служителю церкви». Теперь до свидания, до новых встреч.